Здравствуйте, вы смотрите итоги дня информационного портала ulpravda.ru. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновских ученых поддержат рублем. Школьники могут уйти на внеплановые каникулы. В Совете Федерации проходят дни Ульяновской области. Заживем по-новому. В Ульяновске перешли на цифру. В минувшие выходные в Ульяновской области в 37-й раз прошла всероссийская акция «Лыжня России». С каждым годом событие набирает популярность и пополняется новыми почитателями ЗОЖ. Главные старты состоялись на территории биатлонной базы «Заря», что на верхней террасе Ульяновска. Параллельно забеги прошли во всех районах области. На старты вышли как опытные спортсмены, так и детки, только вставшие на лыжи. Среди участников оказались и первые лица региона. Лыжи – это здоровье. Я сам каждую неделю это делаю. Мы выезжаем с женой на лыжную быль, пробегаем десяток другой километров, чувствую себя великолепно. И поэтому понимаешь, что движение – это жизнь. Мне хочется сказать огромное-огромное спасибо организаторам данного мероприятия. Мы видим, какой у всех сегодня в душе праздник, какое хорошее настроение. Вчера вечером в исторической части города вспыхнул пожар. Загорелся двухэтажный деревянный дом по адресу Ленина, 63. Пожар начался в комнате с выходом на кровлю данного здания. Пожарные подразделения привлекались по повышенному номеру сложности в количестве 48 человек и 12 единиц техники. Причина пожара пока устанавливается. Быстрому распространению огня способствовали низкая степень огнестойкости и пустоты в старом здании. Ульяновская область вступила в новую эру. Сегодня в 12 часов по местному времени в регионе отключили аналоговое вещание. Взамен ему пришло цифровое. К техническому скачку ульяновцы готовились с 2009 года. Как прошла смена эпохи и что из-за телевизионных перемен устроили ульяновцы? Подробнее в нашем материале. Сегодня, 11 февраля 2019 года, Ульяновская область торжественно вошла в новую эру телевизионного вещания. Теперь 20 общероссийских каналов будут транслироваться не в аналоговом, а в цифровом формате. Федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации была принята еще в декабре 2009 года. Согласно документу, телезрители должны получить 20 каналов в высоком качестве. Годы подготовки, мониторинг населения и технические работы – знаковый момент наконец-то свершился. Утром 11 февраля в телецентре запустили цифровое телевидение, а со старым форматом попрощались. Сейчас мы переключим аналоговую картинку на заставку, заместим ее заставкой. И в течение недели еще будем информировать наших телезрителей о том, что аналоговое телевидение отключается, и всем необходимо переходить на цифру. Через какие-то мгновения картинку телевизионную заместит черное поле с информацией. Переключаемся. Все. Отключение произошло. Запечатлеть момент в Ульяновск приехал заместитель генерального директора российской телевизионной и радиовещательной сети Борис Теребиленко. Ульяновская область по своей готовности одна из передовых. Охват населения превышает свыше 96%. Были созданы рабочая группа при администрации области, горячая линия по тому, чтобы объяснить нашим телезрителям, что, какие технологические приставки, телевизоры подходят под цифровое вещание. Установка приставок для малообеспеченных граждан и жителей отдаленных районов прошла успешно. Обещанные компенсации за покупку техники людям уже выдают. Более 600 человек, те, кто подали заявки на возмещение расходов на приобретение приставки и антенн, и более 300 человек уже эти выплаты получили. На эфирные перемены общество отреагировало бурно. Накануне вступления в цифровую эру на площади Ленина волонтеры устроили флешмоб. Таким образом, местная молодежь присоединилась к всероссийской акции «Смотри цифру». Волонтеры и старшеклассники синхронно поднимали к небу таблички. Сначала они продемонстрировали изображение телевизионной тестовой сетки на экране телевизора. Затем появилась огромная бабочка – логотип цифрового вещания. В исполнении 300 добровольцев зрелище получилось эффектным. В акции участвовали и другие регионы. Флешмоб проходил в Грозном, Магадане, Пензе, Рязани, Туле и Ярославле. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. С 11 по 13 февраля в Совете Федерации проходят Дни Ульяновской области. Региональная делегация подготовила для сенаторов большую выставку достижений. На выставке можно увидеть модели самолетов, производимых в Ульяновске, макет атомной подводной лодки, минерал-тимберцит, макеты легендарных «Саушки» и «Тунгуски» Ульяновского механического завода, барометры приборостроительного завода, картины Аркадия Пластова, книги Карамзина и Гончарова и многое другое. Вот в таком формате и вот такое событие впервые в моей жизни. Я чувствую огромную ответственность.
Я благодарю комиссию тех людей, кто представил, да, меня к этому моменту. Одновременно с выставкой в Совете Федерации проходят тематические заседания и круглые столы, где на повестке дня стоит деятельность Ульяновской области. В частности, сенаторам уже презентовали Всемирный фестиваль боевых искусств «Тафиса», который пройдет в Ульяновске с 13 по 17 сентября. Послами фестиваля станут сенатор Сергей Рябухин и чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд. Мы готовы в полном объеме уже в сентябре месяце принять с огромного количества стран лучших спортсменов и показать о том, что Россия действительно спортивная держава. В Ульяновске официально дан старт году изобретательства и инновации. Какие нововведения ждут местных ученых, расскажет Рената Алиулова. Первый в истории страны год изобретательства и инноваций официально стартовал в Ульяновской области. Регион выбран не случайно. В этом году ему присвоен статус столицы Российской Федерации в области изобретательства и рационализаторства. Ульяновская область сегодня является лидером в Приволжском федеральном округе по изобретательской активности, если мы берем количество патентов на изобретение и патентов на полезную модель. Номер один в Приволжском федеральном округе. Ульяновская область входит в десятку лидеров по территории всей страны. В программе года более 200 тематических событий различного уровня и масштаба. Условно их можно разделить на три составляющие. Первая часть связана с популяризацией изобретательской деятельности. Сюда войдут образовательные мероприятия для молодежи и сотрудников промышленных предприятий. Большое внимание мы уделяем не только популяризации, но и реальным инструментам поддержки. Вот впервые в России у нас начнет работать уже в марте этого года многофункциональный центр изобретательской деятельности. Это в Ульяновске, да. Это место, куда могут обратиться как начинающие изобретатели, люди, увлеченные изобретательством, так и уже имеющие опыт. Центр будет работать по принципу консультативной помощи. Ученые смогут обратиться, к примеру, с вопросами по оформлению своих изобретений. Третья составляющая года касается финансовой поддержки изобретателей и рационализаторов. Это субсидии на оформление идей или патентов, а также средства на проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ. В общей сложности на эти цели предусмотрено 6 миллионов рублей. Здесь абсолютно большинство совершенно молодых людей, которые выросли, а может быть даже и родились уже в современной России, не знают, не помнят о том, как изобретательство и рационализаторство поддерживалось на всех этапах, начиная от младшего школьника в Советском Союзе. В этот день также озвучили имена финалистов и победителей областного конкурса «Лучшее изобретение». Мы с моим научным руководителем мы разработали и запатентовали два изобретения. Основаны они на унифицированном трансформатором-транзисторном модуле для пуска асинхронного электродвигателя. Это очень широко примененные двигатели у нас на промышленности, производстве. Мы занимаемся научными исследованиями, связанными со средствами механизации поверхностной обработки почвы. То есть мы разрабатываем новые машины, новые орудия для того, чтобы процесс обработки почвы был более качественным, более эффективным. То есть все это будет способствовать в итоге повышению урожайности возделываемых культур. Кульминацией года изобретательства и инноваций станет первый в России национальный форум изобретателей России, который пройдет в октябре. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Как реализовать свою продукцию в детские сады и школы и настроить экспорт? Ответы на эти вопросы искали пчеловоды из Приволжского федерального округа. Среднее Поволжье – идеальное место для разведения пчел. Для обмена опытом 2 года назад местные пчеловоды решили собираться на одной площадке ежегодно. Так в Ульяновской области начал свою работу форум пчеловодов Средней Волги. Проводится он в Кузоватовском районе, который считается столицей пчеловодства Ульяновской области. В феврале в рабочий поселок съезжаются несколько сотен фермеров, представителей кооперативов и личных подсобных хозяйств. Побывав на других форумах, мы пришли к выводу с группой наших единомышленников, пчеловодов, что в Приволжском федеральном округе сконцентрирована самая большая численность пчелиных семей, а мы не можем организоваться и встретиться для обсуждения своих проблем.
Среди участников не только ульяновцы, но и пчеловоды из Мордовии, Башкирии, Пензенской, Самарской и Смоленской областей. Вопросов для обсуждения множество. Это реализация готовой продукции, и финансирование отрасли, и влияние пестицидов на окружающую среду. В частности, в прошлом году фермерам даже удалось поучаствовать в доработке ветеринарных правил, составленных Минсельхозом России. В этом году пчеловоды также надеются на конструктивный диалог. Мы можем вот вещать о тех проблемах, которые существуют в отрасли, именно с позиции, как сказать, нашей легитимности, то есть нашего объема. То есть предлагаем различные пути решения вопросов. А чтобы не заскучать в перерывах между мастер-классами и дискуссиями, организаторы подготовили выставку продажу меда и продуктов пчеловодства. Гости могли продегустировать продукцию коллег и ознакомиться с ульями и пчелоинвентарем. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Ульянской правды. Отсутствие света на улице, грязный родник и старое здание клуба. О проблемах, терзающих весь поселок Плодовое, губернатору рассказали активные жители. Воскресенье для жителей поселка Плодовый получилось насыщенным и плодотворным. 10 февраля поселок с рабочим визитом посетил губернатор Сергей Морозов. В плане значились осмотр места для строительства православного храма, посещение концерта, посвященного Дням татарской культуры, и встреча с жителями. После 90-х годов в каждом населенном пункте осталось много невостребованных зданий. Хорошо, что теперь им находят применение. Где-то восстанавливают клуб, где-то строят церковь. Землю и здание, где некогда был магазин, в дар приходу Плодового передала мисс России Ксения Шаповалова. Здание нуждается в ремонте и перепланировке. Пока стройка еще в стадии составления проекта. Реконструкция этого здания станет отправной точкой в создании здесь полноценного, пусть и небольшого, храма. В течение 3 месяца мы завершим процедуру оформления для того, чтобы можно было получить разрешение на строительство храма уже за вот этим зданием. Я правильно понимаю, то есть теоретически, если никаких там каких-то сбоев не будет, то мы где-то в апреле, в мае можем выйти на стройку? Да, это было бы очень хорошо. Там пока тоже проекта нет. Но проект сколько у нас? Я не думаю, что он где-то там больше там по пару-тройку месяцев уйдет. Это же не какой-то, так сказать, гигантский храм кафедральный. К непосредственному строительству храма должны приступить в мае. Такая задача поставлена Сергеем Морозовым перед собравшимися. С улицы собрание плавно перетекло в местный клуб. Вопросов масса, от бытовых до экологических. Жители обратились к главе региона с просьбой благоустроить местный родник. Просьбу сразу же переадресовали министру природы и цикличной экономики Дмитрию Федорову. Я сейчас с Сергеем Сергеевичем здесь и с руководителями района в поселке нахожусь. Вот они сейчас меня этой водой напоят, значит, так сказать, там, если не отравлюсь, то тем более, поэтому давайте сделаем хороший позицию, потому что люди молодцы, очень много делают, поэтому их тоже надо поддержать. Среди нерешенных вопросов строительство детского сада на 75 мест. В ближайшее время подрядчик должен подобрать площадку и составить проект. Главе администрации района Владимиру Трофимову было поручено разобраться с благоустройством самого поселка, освещением улиц, ремонтом фасада клуба. После обсуждения проблемных вопросов делегация отправилась на праздник. На сцене клуба сельчане отмечали День татарского языка и культуры Туган-Тел. Гостей угощали чак-чаком, поили чаем, развлекали татарскими и русскими песнями и танцами. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Ульяновских школьников ждет карантин. Внеплановые выходные мальчишки и девчонки получат из-за активно надвигающегося на наш регион гриппа. За минувшую неделю в Ульяновской области им заболели еще 14 человек. Эпидпорог превышен на 40%. В ближайшее время соберется специальная комиссия, которая и примет решение о введении карантина на территории нашего региона. Возможно, уже с завтрашнего дня во всех школах Ульяновской области будут отменены занятия. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. До завтра!